Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Польза.ком. Я сегодня буду рассказывать вам об умных весах, и на этот раз я представлюсь. Я Польза.ком, спортсмен-любитель и домашний техноблогер. Мне 34 года, подтягиваюсь я максимум чистыми 23 раза, 400 метров бегаю за 56 секунд, 3 километра выбегаю с десятки в конце сезона, и моя коронная дистанция 800 метров в районе 1 минуты 54 секунд. Плаваю плохо, но 5 километров проплыву, лыжи максимум на третий взрослый разряд, и это не мой бенефис, а краткая характеристика куска плоти, которая тестировала данные весы. Спортом занимаюсь исключительно сезонно. Во время проведения тестов не делал ничего. Только работал, ел, записывал ролики и старался набрать массу. Никаких диет. Шоколад, кофе и булочки. Познакомились? Вы все еще смотрите? Тогда располагайтесь поудобнее и начнем. Мой самый подробный обзор про крайне достойные, по моему мнению, умные весы второго поколения Peacock Mini Pro. Тем, кто досмотрит, будет отличный бонус в конце, но для начала вы должны понять, нужны они вам или нет. Тестировал я их неделю всей семьей. Итак, 10 фактов об умных весах Peacock Mini Pro. Без секреток, недомолвок, поступательно и в этот раз максимально подробно, а в конце перечень их характеристик, как всегда. Пройдемся по фактам. Факт первый. Они прекрасно упакованы. Не знаю, с чем сравнить, но скажем так, топовые ноутбуки Asus упаковывают не хуже. Отличная противоударная прослойка, плотный картон, исчерпывающая информация на коробке. Факт второй. По отзывам, те три батарейки, что идут в комплекте, могут у вас легко проработать не меньше года. Притом, как вы заметили, они у весов оригинальные. Тоже Peacock. Факт третий. Сами весы сделаны в стиле хай-тек, а именно металл и закаленное стекло. Низ сделан из софт-тач пластика. Выглядит одновременно добротно и стильно. Факт четвертый. Весы рассчитаны на максимальный измеряемый вес в 150 кг. Я думаю, это довольно неплохо. Факт пятый. Инструкция в них довольно подробная. Но кто ее читает? После загрузки на ваш телефон или планшет программы Peacock вы узнаете следующее, о чем я вас сейчас предупрежу заранее, а именно процитирую справку по применению. Весы Peacock с определением телесного жира подходят людям в возрасте от 2 до 80 лет. Погрешность может быть больше при использовании следующими людьми, в отношении которых достоверной является информация только о весе тела. Это растущие дети, пожилые люди, больные с высокой температурой тела из-за простуды или других причин, люди, которые страдают от остеопороза или плотность костей у которых очень низкая, люди, страдающие отеками, пациенты, подвергающиеся искусственному диализу, спортсмены и, как вы поняли, этот список можно при желании и фантазии дополнить самому, но все очень просто. Для большинства людей они подойдут. Факт шестой. И здесь немного потерпите, потому что сейчас я расскажу вам нечто довольно интересное и простое, но важное для вашего понимания осознания физики процесса. Какой у них вообще принцип работы? Вы должны это спросить еще до начала измерений. А я вам отвечу, что пусть упрощенный, но тот же, что в любой медицинской клинике. И он для вывода своих результатов использует две вещи. Одна физическая, а другая программная, действующая при помощи алгоритма, базирующегося на ваших измерениях и данных программы, которые были получены путем лабораторных исследований. Физический принцип действия этого бытового диагностического биометрического анализатора заключается в измерении сопротивления, которое оказывает тело колебаниям встроенного генератора. Вода, находящаяся в организме, распределена неравномерно, больше в мышцах, меньше в жировой ткани, и, соответственно, их импеданс на разных частотах будет различным. Анализируя искажения приходящих сигналов относительно генерируемых, можно определить вес того и другого. Дальше программа и внутренний микропроцессор по этим данным, данным вашего веса и дополнительным введенным вами данным, о которых я расскажу далее, оценивает и рассматривает остальные неизвестные параметры. Точность вычислений напрямую зависит от алгоритмов расчета, применяемого производителем, и точности введенных вами данных. Чтобы вы понимали, токи, используемые для этого весами, слегка ощутимы, но абсолютно безопасны. Внимание только не для тех, у кого есть кардиостимуляторы. Факт седьмой. Весы, если использовать их для измерения только веса, работают автономно. Но если вы планируете рассчитать основные параметры тела, получать все биометрические данные, их анализировать, либо видеть результаты анализа, которые вам рассчитает программа, весы необходимо соединить с телефоном или планшетом. Притом у телефона или планшета обязательно должен быть выход в интернет. Программа только собирает данные, а на серверах компании при помощи алгоритмов вас уже анализируют, выгружают результаты и дают советы. Факт восьмой. Вся линейка Peacock считает одни и те же данные, анализирует одним и тем же алгоритмом. Разница лишь в размерах,
весов. Peacock Mini Pro на 2 см больше относительно обычных Peacock Mini. Факт 9. Приложение Peacock запоминает неограниченное количество пользователей. Весы автоматически определяют, кто из членов семьи на них встал. Крайне удобно, запоминает до 100 человек. Можете хоть футбольную команду анализировать вместе с запасными, но единственное, каждого человека необходимо регистрировать. Факт 10. Это единственные весы, на которые я не только в Рунете, но и на Амазоне не нашел отрицательных отзывов, еще в очень большом количестве ресурсов, которые их продают. Все без глюков, просто, кратко и, главное, адаптивно. Я читал и смотрел множество русских и зарубежных тестов. Люди голодали, занимались изнуряющими тренировками, сидели на сухой диете. Весы никогда не определяли сильные изменения сразу, но на 3-4 день они адаптировались и выводили правильные рекомендации, при этом находя причину в структурах изменений в теле человека. Это 10 вещей, которые я считаю важными. А теперь для полной картины еще несколько характеристик. Сейчас все производители называют свои умные весы умными, но чаще это ложь. Умные весы – это прежде всего алгоритмы приложения, где есть аналитика и советы, а не датчики. Из минусов подобных весов у других производителей плохая русификация. Я думаю, вы уже, как и я, намучились с изменением локации у того же Mi Home. Плюс ко всему, еще раз напоминаю, что даже самая дешевая модель Peacock Mini за 3000 рублей обладает тем же функционалом, что и S3 за 7800 рублей. Да и больше показателей измерений я не видел ни у кого, или те же, или их меньше, чем у этих весов. Для получения результатов во время взвешивания всегда нужно включать приложение на смартфоне. Рекомендую не держать телефон в руке во время взвешивания для максимальной точности измерений, но я этой рекомендации не придерживался, чтобы снять это видео. Размер удобный и эргономичный. 28,7 см на 28,7 см на 2 см в высоту. Подойдут для людей с большим размером ноги и живота. Считают 12 параметров. Это вес, ИМТ, индекс массы тела, общий процент содержания жировых тканей, индекс висцерального жира, содержание белка, ОБ, скорость общего обмена веществ, сколько калорий расходует ваш организм в день без физических нагрузок, общую мышечную массу, массу скелетных мышц, костную массу, процент содержания воды, тип телосложения и биологический возраст. По результатам взвешивания в программе выставляются баллы. Определение биологического возраста основано на всех измеряемых показателях. У меня было всегда верно или на год больше, в зависимости от моего состояния. Похвально, что весы учитывают расовые особенности. При регистрации нового пользователя необходимо выбрать свою расовую принадлежность. В приложении есть советы и рекомендации для достижения цели, если вы поставили себе цель по весу, и анализ состояния и динамики тела. Внимание, еще раз, противопоказаны они людям со встроенными кардиостимуляторами. И весы еще и есть в черном цвете. Весы были мне предоставлены безвозмездно, впечатления только положительные. Для интереса еще куплю подобные, но другой фирмы, чтобы сравнить и расскажу. Кто решит покупать, доставка в мою таежную область в центре России заняла около 4 дней. Ссылка, кстати, в описании к видео. Для скидки 15% на все умные весы можете использовать промокод, который вы сейчас видите на экране. Если решили покупать умные весы, очень советую именно эти. Ну и в зависимости от ваших размеров можно и обычные мини. Следующий обзор будет на умный браслет Xiaomi Hey Plus. Кто не подписан, подпишитесь, здесь только честные обзоры. На канале всегда конкурс, всегда в розыгрыше Mi Band 3 и Ana Band 4 Run Edition каждые 2 недели, 15 и 30 числа. Что использую сам, то советую или нет вам. Спрашивайте, кому что интересно, как всегда отвечу всем. Мата на канале нет. Спасибо за просмотр. Польза.ком рекомендует умные весы Peacock. Удачи вам, друзья!